Мы находимся в селе Шатрашаны Сурского района, на родине генерала армии Ивана Владимировича Тюленева. Недалеко от Волги у густого соснового бора раскинулись Шатрашаны. Большое это было село. 500 крестьянских дворов разбросаны по пригорку. Семья Тюленевых была большая. 10 человек детей. Отцу с матерью приходилось трудиться, не покладая рук, чтобы прокормить столько ртов. В 1903 году 11-летний Иван Тюленев окончил трехлетнюю сельскую школу и стал помогать отцу плести рогожи. А в декабре отец пристроил его подмастерьем в сельскую кузницу. К концу 1904 года отвез в Симбирск. Там устроил чернорабочим крахмалопаточного завода. Но вскоре из-за малых заработков Тюленев вернулся в село и стал помогать отцу. Во время революции 1905 года в селе проходили крестьянские волнения, в ходе которых было сожжено имение князя Голицына. После этого в селе начались репрессии со стороны жандармерии. Свыше 30 человек были приговорены к тюремному заключению. Кто на год, кто на два. Осудили отца и брата Тюленева. Иван остался в семье за старшего. Помогал матери пахать и сеять. А потом ушел на заработки. Сначала в соседние села, а затем в Симбирск и в Астрахань. 5 лет он проплавал на Каспии. В 1913 году вернулся в Шатрашаны, где его должны были призвать на военную службу. От односельчан он узнал, что мать с отцом умерли в один день от болезни. В осиротевшем доме его встретили 2 младших брата. Сестренок забрали в приют. Иван Владимирович Тюленев был призван в армию и определен сначала в Балтийский флот, но после проверки благонадежности получил назначение в 5-й Драгунский Каргопольский полк. Первое боевое крещение Иван Тюленев получил в боях у реки Пильца. В дальнейшем Тюленев в составе полка принимал участие в боях под Краковом и Сандомиром. Летом 1915 года Каргопольский полк провел в тяжелых боях у реки Бзура. За время войны Иван Тюленев не раз проявлял мужество и был 4-жды удостоен Георгиевского креста. Таким образом, он получил полный бант георгиевского кавалера. В декабре 1918 года Иван Тюленев был направлен в Москву. В число первых слушателей Академии Генерального штаба РККА. Там военная судьба свела Тюленева и прославленного Василия Чапаева. Они вместе станут осваивать научные азы военного искусства. В августе 1919 года Тюленев был назначен начальником разведки конного корпуса. А с ноября 1919 года по февраль 1920 года он начальник разведотдела только что сформированной 1-й конной армии Буденного. 3 ордена Красного Знамени украсили грудь мужественного кавалериста. В то время такая высокая честь оказывалась только героям из героев. В мае 1940 года в Красной Армии вводятся генеральские звания. Иван Владимирович Тюленев стал одним из 3 первых советских генералов армии, наряду с будущими маршалами Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым и Кириллом Афанасьевичем Мерецковым. В Великую Отечественную войну Иван Владимирович Тюленев, будучи в звании генерала армии, встретил в качестве командующего Московским военным округом. Вот как он вспоминает в мемуарах первый день войны. 3 часа ночи 22 июня меня разбудил телефонный звонок. Срочно вызывали в Кремль. По дороге заехал в генштаб. Жуков разговаривал со штабами приграничных военных округов. После телефонных переговоров он информировал меня о том, что немецкая авиация бомбит Ковно, Ровно, Севастополь, Одессу. В Кремле меня встретил комендант и тотчас проводил к маршалу Советского Союза Ворошилову. Ворошилов объявил, что я назначен командующим войсками Южного фронта. Отбыть к месту назначения предлагалось сегодня же. Я был подготовлен к тому, что мы на рубеже войны. И вот она началась. Однако в голове никак не укладывалось свершение. Война меня, кадрового военного, не пугала, хотя я знал, что это нынешнее будет куда тяжелее, чем обе предыдущие. Дома все уже было готово к моему отъезду. Провожая, жена тихо спросила: «Ваня, как ты думаешь, сколько будет продолжаться война?» Не знаю почему, но я сразу же ответил: «Не меньше 3 лет». В феврале 1942 года генералу Тюленеву верили за Кавказский фронт. Битва за Кавказ началась летом 1942 года. Бои шли на Кубани, в Новороссийске, на главном Кавказском хребте. Противник рвался к нефтяным богатствам Закавказья. Егерям дивизии «Дельвейс» удалось водрузить нацистский флаг на Эльбрусе. Однако оборона, выстроенная под руководством командующего фронтом Тюленева, выстояла.
Гитлеровским войскам не удалось выполнить свою главную задачу – прорваться к нефтяным месторождениям Махачкалы и Баку. 15 ноября 1942 года генерал армии Тюленев доложил верховному главнокомандующему Иосифу Сталину о контрударе по Тизельской группировке врага и мужестве войск, ополченцев, партизан и жителей столицы Северной Осетии города Орджоникидзе. Многие из участников битвы за Кавказ были удостоены звания Героя Советского Союза. А командующего фронтом генерала Ивана Тюленева наградили орденом Кутузова первой степени. Он командовал войсками Закавказского фронта вплоть до августа победного 1945 года. Он не раз бывал на своей малой родине, где его встречали всем селом. К сожалению, сейчас дома Тюленевых нет. На месте когда-то центральной улицы села Нагорной, где жила семья героя, большой пустырь, заросший крапивой. Был тут домов так 15-20, наверное, вот мы, я в 80-м году помню, и один из домиков, как раз вот на этом месте вот, проживал когда-то в свое время, в детстве, Иван Владимирович. По воспоминаниям замдиректора школы Дамира Хабибуловича Велиханова, еще в 80-х годах здесь было около 20 домов. Рядом находилась деревянная школа с четырьмя классами, которая была построена еще при Илье Николаевиче Ульянове в 1870 году. В 1988 году в селе открыла двери новая кирпичная школа. В 2000 году в ее стенах был создан музей. Как рассказывает Дамир Хабибулович, экспонаты собирали по селу. Особое место в музее, конечно, отведено знаменитому земляку Ивану Владимировичу Тюленеву. Его портрет занимает центральное место, а рядом стенд с фотографиями, на которых Иван Владимирович зафиксирован в разные моменты жизни. Кстати, эти фотографии в дар селу передала дочь Тюленева. Сурский музей получил экспонаты лично из рук генерала. Накануне открытия музея специальная комиссия выехала в столицу к еще тогда живому генералу армии Тюленеву. Иван Владимирович и его сын Александр встретили гостей очень доброжелательно. Тюленев передал в дар музею свой генеральский мундир с погонами, другие знаки отличия и шпоры. Директор музея Ирина Викторовна Кузнецова рассказала и о других вещах Тюленева, которые здесь хранятся. Так, есть свидетельство на лошадь, которое было выдано Тюленеву в 1923 году. Оно гласит о том, что рыжий мерин Ллойд Джордж по премированию особой комиссии на ипподроме Всесоюзной сельскохозяйственной и промышленной выставки в Москве 21 октября 1923 года признан лучшим. На выставке лежит и настоящая шашка, она прошла всю Первую мировую войну. Правда, она не принадлежала Тюленеву. Золотая шашка, которой Тюленев был награжден в 1922 году, сейчас хранится в историческом музее в Москве. Ее можно увидеть лишь на фотографии. На некоторых фото он с Будённым. С ним он был дружен на протяжении всей жизни. В музее хранятся книги, написанные самим Тюленевым. Он автор военных мемуаров «Через три войны». Еще одна книга прославленного военачальника о битве за Кавказ в период Великой Отечественной войны «Крах операции Эдельвейс». Это уникальное воспоминание участника тех страшных событий. Вернувшись из Сурского района, нам удалось встретиться еще с одним родственником Тюленева, внучатым племянником, полковником милиции в отставке Алексеем Яковлевичем Афанасовым. Он сейчас возглавляет Совет ветеранов УВД. В детстве ему доводилось встречаться с генералом, когда тот приезжал навестить родных. Мой дедушка Афанасий, ему двоюродный брат был. Они были очень дружны, много лет дружили. Дед умер в 1933 году, Иван Владимирович даже. А у деда было 6 дочерей и сын. Вот одну из последних дочерей он хотел даже удочерить, Иван Владимирович. Но, конечно, знать мы, наверное, упустили много по истории. Раньше не придавали значения, какие вот события, какие люди. Может, после войны тогда и героев много было. А история все ставит на свои места. Я за свою жизнь Ивана Владимировича видел 2 раза. Это где-то 61-й, наверное, или 62-й, 63-й год. Он приезжал к нам в село. Ну, на 2 машинах, ну, УАЗик в сопровождении охраны. Ездил по полям, встречался с комбайнерами, с трактористами. А мне отец в то время работал, ну, назывался это объездчик, поля осматривал. У него лошадь была, ну, с седлом. И вот я на этой лошади, за этой машиной, за Иваном Владимировичем по полям ездил. Слушал, что он и как говорил с трактористами, с комбайнерами. Конечно,
все выслушивал, благодарил людей за все эти дела. Потом встречался с родными. Так что я понял, он человек был общительный, очень грамотный, очень вежливый. Ну, так, чтобы вот контакт такой, ну, стоял около него, где-то, ну, это чей, это, ну, Тюленев там, это, того, да, ну, ладно. Больше я, конечно, встречался с его братом, Ефим Владимирович, его брат. Он работал у нас в селе лесником, был очень начитанный человек, а в то время, это где-то 54-й, 55-й, наверное, 56-е года, в деревнях из Жадушина была библиотека, где можно что-то было почерпнуть, вести какие-то новости, прочее, прочее. Вот у нас в сельской библиотеке, мы только как научились читать, ребятишки все время вечерами торчали в этой библиотеке, и всегда там был Ефим Владимирович. Там были подшивки, я как помню сейчас, это журнал «Крокодил», журнал «Огонек», газета «Правда», «Ульяновская правда», «Комсомольская правда». И вот он с нами, Ефим Владимирович, всегда беседовал, ну, и очень рассказывал, конечно, много и про Ивана Владимировича. Но это все уже время, и мы вот своим этим, ну, тем возрастом, ну, не задавались, наверное, такой задачей, чтобы где-то сохранилась память. Иван Владимирович Тюленев не единственный генерал армии, прославивший наш край. В одной из передач мы расскажем о земляке Тюленевом, который тоже родом из Сурского района, Николае Александровиче Гагине.